Все началось в 2006 году, когда я решила заниматься макияжем. В 2009 году первый раз я стала чемпионкой по макияжу. С того времени у меня 16 побед, в том числе и серебро на чемпионате мира, который проходил в Корее. С 2017 года я судья чемпионата мира ОМС по макияжу. В 2012 году мы с сестрой Еленой Курчиной открыли первый салон красоты «Руки-ножницы». В 2014 году мы открыли первый броу-бар в Украине. Именно с него началась история украинских бровей. Ежедневно в сети бьюти-заведения «Руки-ножницы» специалисты выполняют порядка 100 процедур моделирования окрашивания бровей. В 2015 году мы открыли наше второе заведение – салон красоты «Руки-ножницы» премиум-сегмента. Здесь представлен полный спектр услуг. Концептуальный салон красоты «Руки-ножницы» был признан лучшим салоном в Украине и городе Киев по результатам работы 2017 года, согласно независимого национального бизнес-рейтинга. Изюминка интерьера – эксклюзивная коллекция антикварных ножниц. Мы находимся в пространстве эстетической красоты «Бьюти-концепт «Руки-ножницы». С 2012 года мы выпускаем профессиональный журнал «Руки-ножницы». Это бьюти-издание, которое создано специально для этих специалистов и которое читается в более 15 странах мира. Мы находимся с вами в Академии карьеры салонного бизнеса «Руки-ножницы». В 2016 году мы с Еленой зарегистрировали первую международную ассоциацию бровистов, целью которой является популяризация профессии и поддержка талантливых специалистов. Под эгидой ассоциации мы проводим серию чемпионатов и мероприятий, одним из которых стало установление рекорда Украины по самому массовому окрашиванию бровей. Все одинаково талантливы, но кто-то делает, а кто-то мечтает. Не бойтесь воплощать свои идеи в жизнь и придумывать что-то новое. У вас все получится.